Готовить новую управленческую элиту теперь будут в рамках проекта «Время героев», сообщает администрация Октябрьского района в телеграм-канале. Проект был запущен по поручению президента, чтобы дать возможность участникам СВО проявить себя как высококвалифицированных компетентных руководителей для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. На первом этапе герои СВО проходили онлайн-тестирование. Его методика объективна и определяет управленческий потенциал, исключая человеческий фактор оценивающего. На следующем этапе бойцов ждет обучение. Участники отбора на программу «Время героев», которые не успели пройти тестирование из-за выполнения боевых задач, могут это сделать в филиалах президентской академии. Их адреса можно посмотреть в личных кабинетах на сайте времягероев.рф. Глава Куйбышевского района Самары Алексей Коробков в телеграм-канале сообщает, что сегодня выступил с отчетом о работе за 2023 год перед депутатами Куйбышевского райсовета. В 2023 году району исполнилось 80 лет. Можно с уверенностью сказать, подчеркнул глава района, что к такой значимой дате район перестал быть окраиной города. Куйбышевский район – самодостаточная территория современного города-миллионника, где жителям доступны все блага наравне с другими самарцами. Администрация Красноглинского района напоминает, что с приходом весны и до поздней осени велосипеды и самокаты становятся неотъемлемой частью активного отдыха многих людей. Не всегда владельцы этих транспортных средств заботятся об их сохранности. На территории района участились случаи краж из подъездов и домов личного имущества граждан, оставленного на хранение в общественном месте без присмотра. Чтобы не стать жертвой воров, не оставляйте велосипеды и самокаты без присмотра, как в подъездах, так и на улице. Не доверяйте присмотр за ними незнакомым людям. Пристегивайте велосипед и самокат специальным запирающим устройством. Обязательно сохраните паспорта транспортных средств, чтобы в случае кражи и заявления в полицию можно было доказать факт покупки.